Здравствуйте, мои дорогие друзья. Меня зовут Кристина. Это канал «Сестрица в теле». Сейчас 10:30 утра, 31 декабря. Я пришла в центр купить. Вместе с Андрюхой мы пришли, может, пару веточек елок, чтобы запах был. Искусственные-то елки есть. Но еще купить, может, мандарин, что-то до салатов еще докупить. Посмотрим, что нам надо. Так что я пошла на рынок. Вот 31 декабря. Минус один у нас на улице. Ну, все равно тепло. Сейчас днем потеплеет, может, чуть-чуть. Пришли мы тут к нашему банку. Дочку поздравить. Перечислим ей немножечко. Что-нибудь на сладкий подарочек. Всем привет, девочки мои хорошие. Сегодня Новый год. С наступающим. Сейчас еще сколько? 12 часов дня. Мы с мужем поехали в Кика немножко докупить. Там уж чего-то на стол. И так, я себе тушь хочу новую купить. У меня там что-то засохло. Вот. Ну, идем за покупками. Мы решили с мужем, что он говорит, да, не заморачивайся сильно с готовкой. Вот. И как бы, чтобы меня немножко освободить, мы закажем такое. Роллы там, что-нибудь такое закажем. Ну, все равно сейчас купим что-нибудь вкусненькое на завтра. И, ну, все равно оливье, он сказал, я хочу. Ну, оливье, может, сегодня, может, скорее всего, завтра буду делать. Ну, продукты купим, чтобы было из чего готовить. Еще заморозки накупим. Креветок такой, рыбки красные. Позавтра опять бутербродиками. Вот. Ну, всякие вкусняшки, в общем. Приехали за заморозкой в основном. Чтобы все это было, можно было в любой момент достать и свеженькое приготовить. А то мы раньше наготавливала, и все это на 1 числа уже все портится, уже все это невкусное. Так что лучше я сейчас немножко что-нибудь приготовим немножко, либо это закажем. Ну, сейчас определимся. Ух ты, в Гипере даже елки продаются. Но они уже, смотрите, все, их вот так распаковало. Можно на мусорку нести. Они уже такие дохленькие. Ой, а пахнет как вкусно. Так, возьмем креветочек обязательно. Такая креветка. Мы ее не будем брать. Возьмем обычные креветки. Дикая лески или в панцире. Валь, какие взять? В панцире или... Вот эти? Да. Вот они одинаковые. Это вот они, да? Да. Так, где пакетик? Сырок еще надо взять, какой-нибудь. Так, ну сырок возьму, наверное. Так, какой-то не знаю. Люблю гауду. Возьму гауду обычно. Всякого алкоголя. Шампусика, конечно. Вот шампанского хочется чисто так взорвать, пузырики. Ну, как-то понимаю, сколько там калорий в этом винце. Выпьешь вот столечко вина, потом будешь как от шоколадки отрабатывать. Как-то не очень-то хочется. Бутылочки очень красивые, конечно. Так, рыбочку. Да. Угу. Так, мы одну взяли, вот такую, хорошенькую, еще одну хотим. Может, такую взять. Возьмем замороженных опять пожарить. Опять он 379 рублей, шампиньоны 173. Ну, там всякая рука.
одной рукой, конечно, накладывать. Ой. Так, еще возьмем, наверное, мороженку на десерт. Да ты нам нельзя, конфеты так навалом. Вот мороженка. Самое то. Не думаю, какое взять. Я люблю с наполнителем, все остальные любят пломбир. Кристи любит шоколадное. Пытаемся. Сам... На кассах самообслуживания. Я первый раз на такой кассе. Так, набрали. Всем привет! Мы потихоньку готовимся встречать Новый год. Заказали роллов, я не хочу ничего готовить. Муж меня поддержал в этом плане. Говорит, не мучайся. Ну, мы все равно набрали все на салатики. Будем делать первого, один салатик, второго, там, креветок отварим. Третьего, там, заливное сделаем. И так все-все-все праздники. Набрали продуктов, чтобы каждый день делать что-то новенькое. Мы просто все не съедаем обычно, вот эту всю гору еды. В один день. И поэтому будем наслаждаться так поочередно. Мы с Яночкой накрасились. Яночка, он какая у нее милашка, да? Хорошо, не говори. Вот, девочки, с наступающим вас. Я очень рада вообще быть с вами. Когда вы нам пишете комментарии, и так приятно общаться с вами. Поздравляйте нас. Спасибо вам от всей души, что вы с нами. Кристиночка, вам передают огромный привет. Она сейчас тоже все снимет, видео. Они еще пойдут салюты зажигать. Вот. Но мы из балкона посмотрим на салют. Гостей у нас не будет. Мы даем, отмечаем. Яночка, Валентин, мой муж. Вот, сходили к родителям, поздравили с ними, пообщались. Вот. Вот такие дела у нас. Может, снегом?